Давайте перенесемся в детство и вспомним утренний аромат выпечки из кухни и целую гору оладушек на столе у бабушки. Это было так вкусно, что оладушки улетали с тарелки один за другим. Повторим, дополнительно в тесто для оладушек можно добавить ванилин или ванильный сахар, мякоть яблока натертую на терке. Кефир лучше брать с высокой жирностью, тогда и результат будет превосходным. В пошаговом рецепте расскажу подробно, как приготовить оладушки, как у бабушки. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Муку просейте, смешайте с сахаром и содой. Добавьте яйца и кефир. Размешайте до однородного теста. Дайте тесту постоять 10-15 минут и жарьте оладьи на сковороде с разогретым растительным маслом с двух сторон.